Здравствуйте, подписчики, а также гости моего канала. Сегодня второй день, и мы продолжаем копать картофель. Сегодня мы начали с утра. Брат уже на огороде, как всегда, с семьей. Они уже начали выпахивать, и мы уже подтягиваемся. Будем выбирать, сколько мы выберем, посмотрим. Хотелось, конечно, выкопать как можно больше, но насколько хватит нам сил. Проверка. А потом будете уберете позавтракать. Это сорт Колумба. Так, если посмотреть, ее вполне даже много. Но картошка небольшая. Последний рядок остался. В этом году мы управили за 2 дня. Вот наша половинка. И у брата осталось немножко. Выпахиваются ряды через... Выпахивается картошка через ряд. Вчера арбузик был спелый, сочный, красный, сладкий. Так что сегодня я тоже вот сорвала. Вот, вот такой вот. Сейчас покажу вам. Положила в ведро, чтобы легче нести. Эти поменьше, но такого же сорта. Ранее я забыла, как он называется. По-моему, сахарный малыш. Покупала семена. Вот попробуем этот. Тут он у нас, гладиолус уже распускаются. Хотя сажала я их уже когда? В июне. По-моему, в первых числах июня даже высаживала уже вот. Но все равно до сентября будут еще цветения. Все, вот и лето уже заканчивается. Лук убрали, картошку раннюю убрали, чеснок убрали. Вот уже скоро и морковка подойдет, уже такие ботва ржавая. Убирать. В земле почему-то вот сейчас последние годы все печется. Картошка печется, все такое вялое. Морковь тоже. Вот начинаешь убирать часть на отбраковку. Вот вялую приходится в переработку пускать. Либо чуть-чуть полежит в воде, потом натираем, чтобы ее в заморозку положить. Вот, сливу надо будет тоже делать еще обрезку. Вот уже обрезаю. Гляньте, какой дугой слива у меня получилась. Хотя еще и подпорки поставила. Вот
эти ветки нижние придется вырезать. Сейчас ходим прям вообще неудобно. Время уже 7 час. Гости наши уехали. Картофель весь выкопан. Это вот накрыли у брата картошка. Вот такая у него картошка. Разные сорта у него. Все перемешку. Это накрыли, чтобы не зеленело. Завтра они приедут, после работы будут убирать. И наш картофель. Мама, где? Что? Мамочка, что где такое? Мой планшет? Планшет? Ну ты сегодня с ним бегала. Ты, наверное, его в беседке оставила и пошла потом все мыть опять. Вот, у нее свои заботы. Так, ну а тут мы уже выбрали, основную массу выбрали. Это осталось у нас сорт Глория. Сейчас покажу. Вот такой белый картофель. Кругленький. В принципе, он такой нормальный сорт. Вот есть, конечно, и небольшие. Но в основном это такое вот сравнение. Нашла? Побежала молча. Так, в сравнении с тем, который был Колумба, это очень даже неплохой сорт. Дальше. Следующий сорт. Это уже остатки. Основной крупный выбрали мы подвал. Это Глория. Нет, это Аризона. Глория я только показала. Это сейчас Аризона. Она тоже белая, но здесь попадается Пикассо. Поэтому мы их объединили. Сорт Пикассо и Глория вместе. Они отличаются друг от друга. Пикассо вот такой с глазками. Глория белая, вот такая длинненькая. Сейчас попробую. Тут тоже не сильно крупные. Были очень большие. Это вот такая вот, так скажем, средний размер с ладошку. Было очень-очень много крупной. Вот я же говорю, то, что успели по-быстрому, выхватили. Это будем выбирать. Здесь будем выбирать вот такой вот на семена. Вот. И отбираем на мелочь, на еду. И вот такую вот морщенную, резаную. Это вот откидываем сразу на брак. А такую мы сразу откладываем, в первую очередь будем кушать. И также, кстати, было много попадается мягкой. На вид она такая картошка целая, а начинаешь когда брать, она мягенькая. Такая слегка. Такую тоже мы откидывали, это вся вот хорошенькая, упругая. Такую мы откидывали тоже на еду, в первую очередь употреблять, чтобы она не лежала. Ну, а это вот сорта, которые мы делили. Тоже все понакрывали. Вот смотрите, что еще творится с некоторыми сортами. Видите? Вот. Прорастает в земле, прорастает по новой. Это уже у нас тут общие сорта. Все в перемешку. Тут и Пикассо похоже, и еще какие-то сорта. Тут уже без названий. Здесь мы будем смотреть, какие кустики получше. Ну, с каких картошек тоже возьмем на семена. Ну, видите, сейчас семена как отвратительно все прорастает. К сожалению, сейчас покажу вам, что же у нас сейчас в подвале, что мы там уже поставили. Наш картофель. Так, включим свет. Вот подвал, кстати, вот сейчас смотрю на камере, зеленцой дает. Каждый год белим и звездкой, но так как наш подвал сыроват, она звездка даже толком не просыхает. Вот так вот зелень какая-то дает. Мы зеленым никогда не красили. Это, видимо, от сырости. Так, и что у нас тут? Это все количество мелкой картошки, которую мы будем варить курам, уткам. Далее здесь у нас брат начал перебирать это свою картошку на семена. И здесь вот по старинке, как у нас раньше сделали мы два столбика. И накладываем вот так вот досочки. То есть называется закрома. Как так говорят, закрома родины. Так у нас закрома картошки. Так, далее. Вот с этого угла продолжим.
почему-то отсвечивает. Здесь картошка вся на еду. Вот, хотела показать. Вот, это Глория. Ой, опять все путаюсь. Аризона. Аризона. Вот Аризона. Видите, какие большие. Как Женя говорит, из таких готовят. Где, в Макдональдсах или где-то там крошка, картошка. Вот с таких крупных. Вот. Некоторые сорта мы, кстати, уже отбраковали. Вот два вида. Это Колумба точно мы не будем брать на семена. И вот такой у нас старый сорт. Сейчас покажу. Нет, тут не это. Тут перемешку. Нет. Нет. Не вижу. А, вот его кидали, короче, получается. Вот тут такой длинненький. Вот длинненький. Это еще хороший я вот взяла. Он с розовинкой. Такой картофель. И при разрезе он белый с розовой прожилкой. Но слишком много корявой. Мы ее откладывали на еду. Она с нарослями прям идет. И много мелкой у нее. Вот уже сюда вот откидывали. Это все на еду. Отсортировали только на еду и на мелочь. То, что варить курочкам. Ну вот, в общем, получилось. В данном случае у нас 6 ряду. 1, 2, 12, 24. Еще 6 это 30. 31, 32 ящика. И в каждом ящике у нас по 2,5 ведра. Даже вот эти больше будут с горкой, которые верхние. 32 ящика, которые мы уже набрали на еду. И на семена. На семена мы отобрали, вот здесь подписано. Это то, что мы пишем общие. Это теперь какие сорта нам нравились, но уже без наименований каких-либо названий. Также общие, общие. 40-дневка, это скороспелка. Ну вот буквально тут здесь 2,5 ведра. Ну опять-таки весной, когда начнем перебирать, много отбракуется, потому что не все они прорастают. И вот здесь вот ящик Пикассо и Аризона, которые вот Аризона, которые вот эти вот крупные. И Пикассо такие с глазками. Они похожи на 40-дневку. Темно все-таки в подвале. Похожи на 40-дневку, но здесь глазки не углубленные. И цвет картофеля немножко другой. Вот с самой мякоти. Здесь вот будем продолжать ставить ящички. Вот так вот отсюда покажу. Как это выглядит. Консервации в этом году у меня очень-очень мало. Я закрыла буквально несколько баночек компота. Огурцы. Ну и, пожалуй, все, что я закрыла в этом году. Ну, еще что-то там закрою. Немножко обновлю. Потому что как-то у нас огурцы... Тут побелки. Огурцы с прошлого года. Как-то я вообще мало банок открыла. Зеленые еще остались. Зеленые, кстати, вот помидорок осталось всего вот 3-литровая, 2-литровая и полторашка. Иногда очень хорошо, они вкусно так идут. Вкуснее огурца, хочу сказать. Ну, так вот томатиков немножечко. Сок томатный еще прошлые года. Ну, в общем, кстати, еще компоты буду закрывать. У брата есть желтая лыча. Мы каждый год, как-то он старается нам ее выделить. Вот это баночка с 19-го года. Вкусный компот. Желтые лычи. Закатившие. Так. Ну и здесь на еду 40-дневка. Два ящика. Кстати, еще остался у нас старый картофель, который мама до сих пор еще варит курочкам. Допачкалась. Вот такой картофель. Видите, несмотря на то, что в подвале лежит, не сильно того, больно он стремится прорасти. Хотя раньше, в старые времена, я говорю, перебирали зимой, перебирали весной отростки и летом. Вот буквально только летом, когда сестра здесь белила, порядки наводила в подвале, она немножечко там росточки где-то обрывала, но вот больше нет. Также консервация еще здесь старая стоят. Здесь вот тоже на полочке. Так что провела небольшой обзор по моему подвалу.
Ну а вы, дорогие зрители, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Thank you.